Мы — это то, что мы едим. Да, именно эта фраза послужила причиной записи этого видео. К нашему образу питания нужно относиться с предельной осторожностью и четкостью. И да, я официально перехожу к ПП, правильному питанию, что в моем случае означает... Есть только полезные и питательные продукты, а также отказ от фастфуда, от сладкого и так далее. В общем, с сегодняшнего дня я начну публиковать видео, связанные с тем, как я перехожу на правильное питание, как меняется мое тело, мой дух, здоровье и так далее. Почему я вдруг решила перейти на ПП и, более того, начала записывать про это видео? Во-первых, здоровье. Наша иммунная система по большей степени получает все питательные вещества с едой, поэтому нужно стараться включать в свой рацион как можно больше полезных веществ, и тогда наш организм будет здоров, иммунная система сильная и никаких болячек. Во-вторых, наша кожа. Да, на лице проблемы с кожей по большей степени от того, что мы едим неправильную пищу, и просто наш организм не справляется с переработкой этой вредной пищи, и все сказывается в нашем лице. Поэтому если у вас проблемы с кожей, то самое лучшее, что вы можете сделать для начала, это пересмотреть свой рацион. Далее следует элементарно желание иметь красивое, стройное, здоровое тело. Достаточно обоснованная причина задуматься о своем рационе, о своем питании. Последнее – это просто экономия. Да, я, наверное, одна из тех людей, которые готовы раскошелиться на какой-нибудь десерт, чизкейк, орео милкшейк, пиццу, бургер или мороженка в Макдональдсе и так далее. Все это, конечно, классно, конечно, очень вкусно, но если вы действительно хотите иметь здоровье, иметь красивую кожу, здоровое, красивое тело, то нужно иметь силу воли сказать этому «нет». Если вы готовы начать этот путь вместе со мной, то пишите комментарии. Если у вас есть советы, может быть, вы уже на этом пути, тогда мне есть чем у вас поучиться. Я тоже буду рада увидеть вас на своей страничке, и оставайтесь вместе со мной. В общем, ставьте лайк и до скорых встреч!